Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в городе Чимкенте, Казахская ССР. Мать – Любовь Юрьевна Прилучная, хореограф. Отец – Валерий Дель, боксер. Умер, когда Павлу было 11 лет. Есть старший брат Сергей и сестра Елена. С детства Павел занимался хореографией, вокалом и боксом. Сразу после смерти отца уехал в Россию, в город Бердск Новосибирской области. Причем уехал один, без матери. В юношеские годы самым любимым его занятием был бокс. За все время тренировок он получил около 10 сотрясений мозга. В 2001 году, в возрасте 14 лет, стал кандидатом в мастера спорта России по боксу и покончил с этим видом спорта. В Новосибирске работал курьером и грузчиком. Параллельно поступил в хореографическое училище, но вскоре ушел оттуда из-за финансовых трудностей. После этого поступил в Новосибирское государственное театральное училище. Курс В.А. Ахреева. Бесплатное обучение, которое я окончил в 2005 году. В 2010 году окончил Российскую академию театрального искусства. ГИТИС. В Москве. Актерско-режиссерский курс Сергея Анатольевича Голомазова. Сразу после окончания института был принят в труппу Московского драматического театра на Малой Бронной. Затем работал в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина и в театре имени А. Булгакова. Булгаковский дом. Получил большую известность после выхода на экраны боевика режиссера Павла Санаева «На игре» 2009, где исполнил роль Дока. В начале 2010 года снялся в сиквеле «На игре 2. Новый уровень». Также получил большую известность благодаря сериалу «Мажор» 2014. Со 2 июля по 19 августа 2011 года Павел участвовал в программе «Чита Пиночета» на телеканале НТВ. Летом 2011 года снялся в дебютном клипе на песню «Все решено» молодой российской певицы Эльвиры Т. В 2012 году актер сделал ото пластику.